Всем привет, в эфире «Спорт.М». В ближайшие 15 минут расскажем и покажем все самое интересное и важное из спортивной жизни Могилевской области. Мы начинаем. У нас задача одна. Задача выхода в первую лигу. Днепр начал подписывать контракты. Команда определяется со спарринг-партнерами и ждет главного тренера. Красивый гол, сухой матч и драка. Итог пятничного противостояния Могилева и Лиды. Я наконец-то сделал это. Очень тяжело было. Соперники старше, сильнее меня, но я как не знаю, победил их. Мечты сбываются на 27-м турнире Мельникова. Юные дзюдоисты Беларуси на престижном турнире. Нам не везло, все время сводили игры на ничью, но в этот раз Боженко все-таки помог нам, и мы добились победы. Могилевская «Надежда» сделала очередной шаг к медалям женского чемпионата Беларуси по мини-футболу. О центральном матче выходных расскажет Илья Соболев. Футбольный клуб «Днепр-Могилев» вот уже неделю как вышел из отпуска. Команда тренируется на полях спортивной школы Олимпийского резерва номер 7. Задача – готовиться к выступлению во второй лиге чемпионата Беларуси, но держа в уме возможность играть в первой. Однако это зависит от того, получит ли дисквалификацию за проведение договорных матчей ряд команд и что предложит федерация. У нас задача одна. И мы ее не скрываем. Задача поставлена, значит, и ребята понимают, и тренерский штаб, и руководство клуба, что у нас задача выхода в первую лигу, если мы будем стартовать со второй лиги. Поэтому на сегодняшний день мы должны работать в том режиме, чтобы команда радовала зрителей. Зритель соскучился, он понимает, он будет переживать. Тем более на сегодняшний день основная группа футболистов – это ребята города Могилева. У них есть родители, которые будут приходить, есть знакомые, которые будут переживать. Люди, которые будут приходить, любители футбола, мы их не должны подводить на трибуне. Они на трибуне должны видеть команду, команду Могилева с большими бывшими традициями. В клубе уже начался процесс заключения контрактов с футболистами. Официально полузащитник Максим Рыбаков, голкипер Владимир Журов поставили свои подписи под документами. На очереди еще несколько ребят. Ждут и Игоря Чумаченко. Поиграв за Днепр, став с ним чемпионом, завершив карьеру и набравшись опыта в дубле Батэ, 43-летний специалист будет главным тренером нашей команды. Сейчас это вопрос времени. Для официального утверждения в должности необходимо подписать ряд документов. Ну и на этой неделе должна появиться информация о ближайших спаррингах Днепра. Будем следить за новостями. Домашняя серия хоккеистов Могилева завершилась в пятницу игрой с аутсайдером группы. В чемпионате страны доигрывают поединки переходного раунда. Наши львы в фиолетовых джерси стремятся в плей-офф, и все идет к этому. Соперником накануне выходных стала Лида. Хозяева откатали первый период у ворот гостей, забросили две быстрые шайбы. Отличились Каташенко и Маслюков. Могли делать счет разгромным, но затянули с этим до середины матча. Александр Козинов, автор третьей и последней шайбы в ворота Лиды в этом матче. Поздравляем с победой. Ваша шайба была одна из самых, наверное, красивых, согласитесь. Да, партнеры все сделали. Мне осталось только поставить ее и все. Александр – воспитанник Могилевской школы хоккея. Форварду всего лишь 19 лет. Он быстрый, юркий и не самый высокий, хотя в хоккее это не главное. Главное – бороться и выигрывать каждое единоборство, а там уже рост, не рост, желание, наверное, больше, чем какие-то физические кондиции. Если подводить неделю все в итоге? Я думаю, можно поставить плюс нам. Мы взяли больше 50% очков за эту неделю, поэтому готовимся дальше. Стоит отметить, что вратарь Могилева Владислав Карачун отразил все 32 броска по своим воротам. Это его третий шатаут в сезоне. Кипер стал не только лучшим игроком матча, но и первой звездой игрового дня в экстралиге. Должок, да, перед болельщиками был за последнее поражение домашнее. Выходили с настроением и с мыслью взять 3 очка. В принципе, сделали. Но скажу, что в игре все равно хватало погрешностей. Да, и, как заметил коллега, в определенный момент
поверни счет в обратную сторону немножечко, да, было бы тяжело, были бы качели. Всех с победой. Сейчас немного денек передохнем, да, и уже будем готовиться к следующему игре. Победа Могилева над Лидой и 26 очков в турнирной таблице. Чтобы попасть в плей-офф чемпионата, надо быть в двойке лидеров. Кстати, очная дуэль совсем скоро, в среду на Оршанском льду. Ну и напоследок, то без чего не бывает хоккея. Драка Андрея Герасимова и нападающего Лиды Рената Сафина. По мягкому пути к великим успехам. В Могилеве прошел молодежный турнир по дзюдо. Этот вид спорта давно полюбился белорусам, а арена, спортивный комплекс «Олимпиец», проводит здесь множество соревнований, в том числе и февральский чемпионат страны. Этот же турнир 27-й по счету, носящий имя Андрея Мельникова, воина-афганца. И традиционно сюда едут все лучшие среди молодежи. Даже двукратный олимпийский чемпион юношеских игр Артем Колосов. Он выиграл и здесь. Спортсмены здесь все опытные, то есть конкуренция всегда есть, и очень трудно борются иногда. Ну, после этой схватки, то есть мы с этим мальчиком вместе тренируемся в одном зале, то есть он знает, что я делаю, я знаю, что он делает. То есть очень тяжело эмоционально и физически. Этот год какие планы? О, я хочу стать чемпионом Европы до 21 года. То есть, ну, вообще, планы такие же, как всегда, то есть побеждать. Что касается хозяев турнира, у парней и девушек дюжина медалей. Одна из них у Ивана Лукашова из Бобруйска. Парты, Ваня, назад положи его. И на себя. Я наконец-то сделал это. Очень тяжело было. Соперники старше, сильнее меня, но я, как не знаю, победил их. На турнире Мельникова хватает эмоций. Поддерживают здесь не только спортсмены друг друга, но и приходят обычные болельщики, вроде этих мальчишек. За два дня соревнований кубки и медали получили с полсотни участников. Вновь пройти мягкий путь, так с японского переводится дзюдо, получится через месяц. На этой же арене в феврале ждем чемпионат Беларуси. Быстрее, выше, сильнее. Известный спортивный лозунг очень подходит этому виду. В легкой атлетике открыли зимний сезон. В Могилеве традиционно с республиканского турнира, на который, говорят, даже приехали молдаване. Правда, когда приехала наша съемочная группа, мы увидели борьбу исключительно отечественных атлетов. Принято считать, что начало года и первые соревнования носят втягивающий характер. Поэтому рекордов тут не было. Главное, как говорил барон Кубертен, участие. Таких здесь было 110 человек за два дня. Прыгали, метали, но больше всего бегали. Впечатление хорошее, но результатом не очень доволен. Первый раз в сезоне бежал 800 метров. Давно уже не бегал, немного тяжело. 800 метров по ощущениям отлично, но нужно немножко подработать над техникой, над финишем, над тем. В этот день награды разыграли и в секторе тройного прыжка. Две финалистки Екатерина Чайка и Полина Таланкова сражались друг с другом и отметкой в 12 метров. Чуть дальше от нее на 4 сантиметра улетела Чайка. Она после 6 попыток и стала победительницей первого в сезоне турнира. Как впечатление? Ну, как вам сказать? Впечатления, в принципе, хорошие, но понимаю, что прыжки сейчас уже могут быть. И я как бы готова прыгать дальше, но пока немного не складывается. Но мы над этим работаем с тренером. Конечно, надеюсь, что будут старты, на которые могу и отберусь. Ну, впереди чемпионаты мира, Европы, как? Чемпионат мира есть в этом году. Ну, есть высокий норматив наш белорусский. Сколько? 13.10 или 13.20, около этого. То есть, ну, в принципе, это реально. Ну, посмотрим, дай бог. Пытаться прыгнуть на метр дальше, чтобы получить шанс на поездку на чемпионат мира, Екатерина будет и дальше в Могилеве. Сначала на республиканской универсиаде уже заявилось более 30 команд из различных вузов страны. Это около 400 спортсменов. Соревнования пройдут во второй половине этой недели. Ну а далее в феврале на чемпионате Беларуси. Приходите в «Олимпиец».
Муай-тай или тайский бокс – боевое искусство Таиланда легко прижилось в Беларуси. Чемпионов этого вида спорта у нас не меньше, чем на исторической родине. Они и мерили силами на минувшей неделе друг с другом, а также с россиянами и молдаванами. Получилось много боев в различных весовых и возрастных категориях. Это был открытый чемпионат и первенство Могилевской области. Всегда нелегко в этом, но вот то, что всегда работаешь на тренировках, и тогда все получится. И главное в боях иметь это уважение к сопернику. Ну вот стараться не бить там в пах специально, здороваться всегда. То есть быть честным в ринге, да? Да. Нам было главное настроиться, было хорошо, было все. Нашел в первом раунде работу в клинче, начал очень хорошо втыкать колени, ну и уже в втором раунде все и закончилось. Я так понимаю, приехал сюда за победой? Конечно. Я уже сейчас, вот мне подготовка к Балтике, будет проходить турнир в Вильнюсе, и вот сейчас подготавливаемся к другим соревнованиям. Отдельного внимания заслуживал поединок с участием могилевчанки Людмилы Чесловой. Накануне она стала мастером спорта международного класса во второй раз. Ранее такое звание было в тайском боксе, ныне в кикбоксинге. Впереди у спортсменов поездки в Эстонию, Латвию и Литву на международные турниры. А уже в середине февраля Могилев вновь примет ежегодный традиционный кубок «Золотого льва». Могилевская «Надежда» продолжила победную серию в женском чемпионате Беларуси по мини-футболу. Наша команда в числе главных претенденток на золотые медали турнира. В выходные «Надежда» провела два домашних поединка. Съемочная группа «Спорт-М» посетила встречу лидеров чемпионата. В гости к могилевчанкам приехал минский клуб «РЦОРБГУ». Пропустив гол уже на первой минуте встречи, «Надежда» быстро пришла в себя. Во многом этому поспособствовала опытная Наталья Ласточкина, которая и в 38 лет лучшая в команде. В матче против «РЦОРа» лидер могилевчанок забила все три мяча своего клуба. Этого хватило для победы, хотя в концовке противостояния все могло измениться. Сначала гости сократили счет до минимума, а на последних секундах «Надежда» заработала шестой фол, и минчанки били штрафной. В итоге могилевчанки удержали победу. 3-2. Стратегическая победа в плане борьбы за результат, за тройку, за призовое место. В предыдущих играх с принципиальными соперниками нам не везло. Все время сводили игры на ничью. Но в этот раз Боженко все-таки помог нам, и мы добились победы. Несмотря на счет, можно говорить, что это была в любом случае игра двух классных команд. Соглашусь, да. Скажу еще, что мы больше заслуживали победы, мне кажется. У нас больше моментов, но так сложилось, гостевой матч. 3-2. Как-то так. Ну, шансы равны. Еще второй круг впереди. Посмотрим. А в воскресенье могилевчанки снова победили, нокаутировав гродненскую «Ниву» 20-0. Следующий поединок «Надежда» вновь проведет дома. В субботу наша команда сразится с минской «Славянкой». На спорте на сегодня все новости. Увидимся через неделю в вечернем эфире телеканала «Беларусь 4» Могилев. Это была передача «Спорт-М». Всем пока!